Еще немножко! Поднимем ракету! Ну, поднимем!
Смотрите, за ним, но не сноси нам головы больше! Дайте Бог!
Вы только не подумайте ничего такого, но добрый вам совет. Держитесь подальше от этого бунтовщика и смутья. А то мало ли что. Пошли! Господин генерал, простите, вы сами
Приятность полезна. Да и добро. И это человечество пытается воевать ничтожную личность. Может быть. Только посмотрите, какое у него взгляд. Это же настоящий зверь. Да. Не было бы теперь, он пожалуй бы растерзался. Это же государство.
Пойдемте, я смотрите дому много доктора. Кому? Там он приедет, сюда, пожалуйста, на выход, на дверь. Давай тут выход, внизу закрыт. Смеяться, танцевать, громко разговаривать и выходить ночью на улицу. Нарушить... Thank you.
Темнотища-то какая, хоть глаза выкали. Где ты, Сулок? Я здесь, рядом с фонарем. Ох-ох-ох, что ж нам теперь делать? Где искать Тибула? Совсем теперь без него мы пропадем. То хоть гроши на жизнь зарабатывали, а теперь и этого не будет. Да лишь бы с ним ничего не случилось, лишь бы его не поймали. Не поймаю, дядюшка, не бойтесь, он очень ловкий и смелый. Ах, девочка моя, смелые, ловкие и добрые люди чаще других попадают в беду. Но если даже его и поймали гвардейцы, все равно ничего с ним не сделают. Я им такое устрою. Ну что ты им сделаешь? Я Да и я за родного брата в жизни не пожалею. Ах, девочка, девочка, не хотел я тебе пока этого говорить, да видно, пора пришла. Мало ли что с нами случится, лучше, если ты узнаешь правду. А чего это вы, дядюшка, пришел? А тебе ли сон? Он тебе не родной брат. Нашли время шутить? Я не шучу, Сол. Он действительно тебе не брат. Я говорю правду. Все равно он мне брат. Ну, пусть не родной, а все же брат. И люблю я его как брата. И даже чуточку больше. Я сколько себя помню, он всегда был со мной, как и ты. Значит, настоящего своего брата ты не помнишь? Ничего не понимаю. Вы же сказали, что у меня нет брата. Я сказал, Сол, что Тибул тебе не родной брат. А кто мой родной брат? Боюсь, что мой ответ тебе не понравится. Ну нет, теперь уж скажите, раз начали. Я не хотел тебе говорить. Твой родной брат... Его высочество, воспитанник трех наших правителей, обладатель несметных богатств, наследник Тутти, мальчик с железным сердцем. Нет, этого просто не может быть. Как же так, дядюшка? А вот послушай. Давным-давно, 12 лет назад была ты маленький сок, а крайне был богат. Но вот и шли три толстяка, на солнце пала тень и опустил наш дивный край. Померк чудесный день. Втроем решили толстяки. Наследник нужен нам. Был брат с сестрой разлучен. Да и оттуда, во дворце, воспитан мальчик был. Ему железный механизм, сердечко заменил. Очень.
чудеса. Thank you.
вот это настоящие чудеса. А у меня же просто так вот, знаете, как говорится, природа вещей. И все-таки, доктор господа, ваши чудеса ничуть не хуже. Что? Я бы посмотрел с удовольствием на них. Вот только я очень волнуюсь за дядюшку Близарка и Сумо. Пойдите сюда. А я, пожалуй, знаете, тоже пройдусь с вами. Люблю, понимаете, прогулки перед сном. А как же гвардейцы? А что ж меня взять? И что это вам, извините, Панасян, а? Или вы приказы не сказали? Не хватало, чтобы вас еще поймали. Это же Бума с Тибула. Только хотел, здесь их никто не едет. Да это же я, дядюшка, Близа. Что? Ну, все это вы не знали. Нужно только с вами действительно настоящий волшебник. Ну, будь по-вашему, волшебник так волшебник. Вот только все мое волшебство не спасет меня завтра. А что случилось? О чем вы говорите? Всему виной кукла наследника Тольте. Ее необходимо починить до завтра. А это совершенно невозможно. Или даже спокойно об этом говорить? Ну, еще я не меняю, ничего вы не думаете. Милая девочка, сколько я не пытался, нам мне ничего не приходит. Какой ты как глюк на эту куклу. Вы как бог. Дядюшка, смотрите же. Чего? Я глянула вам. Давай я моя единственная кукла во дворе, во потом нас доставить во все настоящую. Да, но как же быть потом? Подумай даже, просто я решила поломать. Молодец, ну, перенять, не плачь, тем более, что ты можешь. Что она еще может? Ну, ничего, дядя, если как сказать, что срок может замечательно, вещи там взрывать, ну, чем не кухня? Да. Хорошо, тогда не будем терять время. Пойдем, вот, тебе надо переодеться. Подождите, друзья мои, спасибо вам большое, но я не могу оставать жизнь девочки ради своей собственной. Я помогу слову и одеться, а вы с доктором посмотрите, что можно сделать с нашим клубочком. Thank you.
девчонка. А вот и я. Ну как? Похоже? Похоже. Как мне капли воды? Тогда нечего ешь. Поедем. Thank you.
очень нетерпение. На встрече, да. Как ведь будущий правитель, да? Лучше посмотреть-ка вот на это. Thank you.
Неплохо, неплохо. Я хочу вернуть куклу! Сейчас, сейчас! Ну, что там у нас дальше? Thank you.
Я починил куклу. Кукла, но я не кукла. Покажите мне ее. Она живая и такая же королева. Разговаривает с теми на волосы, как прежде. Она не только поет, ваше высочество. Она еще и танцует. Я хочу смотреть на нее увидеть. Что вы умеете? Вот она, ваша кукла. Но только просто так ее не заведет. Ей нужно похлопать.
обыкновенный мальчишка, только очень капризный. И очень-очень любит свою куклу. Значит, любить можно и с железным сердцем. Бедненький. Ой, что это я? Чего? Ведь они завтра ждут меня. Где же ключ от клетки с Проспера? А что это такое? Неужели ключ? Не может быть, хотя почему бы и нет? Ведь он же наследник. Ну-ка, ну-ка. Стой, Куго! Ты что делаешь? Это мы тебя тоже научили? Страшно! Прошу тебя, не кричи! Если сюда прилетел, то все пропало! Подожди, да ты вовсе не Куго. Руки у тебя теплые и голос живет. Кто ты? Что ты здесь делаешь? И где моя кукла? Отвечай, а то страшно было. Хорошо, хорошо. Зовут меня Су. Ты прав, я жива. А что я здесь делаю, не твоя забота. А если ты подаешь стражу, то больше никогда не увидишь свою любимую куклу. А зачем тебе понадобился ключ? Это очень важный ключ. А ты никому не скажешь? Не расскажи. Ну ладно, я должна освободить одного очень хорошего человека. В нашей семье нет хороших людей. Все они преступники. Брат, и все это. Никакие они не преступники. И к тому же Проспера мой друг. Ты хочешь освободить бунтовщика Проспера? И еще так хочу. Я не могу тебе этого позволить. Никогда не думала, что мой брат окажется таким трусом и таким глупцом, раз не может отличить хорошего человека от плохого. Во-первых, я не друг. Во-вторых, никакой он тебе не брат. И не смей меня так называть. Я наследник. Я единственный. Ты маленький, глупый мальчишка. Тебе брат, а ты уши развесил. Пойдем со мной. Дядюшка Бригад расскажет тебе правду. А если я тебе не могу, я увижу свою куклу. Обещаю тебе. И если ты захочешь, я буду с тобой дружить. Я ведь лучше куклы, правда? И ты меня никогда не оставишь из-за другого. Ну что ты? Друзья никогда не бросают друг друга. Я тогда тебя тоже никогда не брошу. Пойдем. Доктор Гаспар, идите сюда скорее. Сума, это ты? Достала ключ? Я наследник Туди. Ну да, ты знаешь, да, единственный мир неповторимый, ты не выдержишь, не пиши. Он пойдет с нами. Он тебя пойдет за другим, никуда он с нами не пойдет. А если он поднимет шум? Тогда и я никуда не пойду. Нет, понятно. Что еще за глупости? Если хотите, идите без меня. Вот вам ключ, а я его здесь не брошу. Между прочим, он сам дал мне ключ. Ты знаешь, когда он уходит из дворца. Ну, что, тогда идем скорее. Иди за мной. Наследник права! Это твой внуки! Ему нет своих внуков! Пойдите, наследника! Пойди, перегоните племянника! И снимите лежат государственные преступники Проспера! Мы этого не потерпим! Это государственная измена! Очень легко.
Заблаговолите пройти в свои покои.
царицу я дарю. Вам, дорогие зрители, и вам, мои помощники, и вам, жители сказочного города, будьте счастливы.